Всем привет, друзья! Вы на канале Супер Игрушки Hello My Friends. Сегодня мы вместе с вами попали в классный аквапарк в Москве. Он называется Марион. Смотрите, сколько здесь горок и бассейнов. Сейчас мы вместе с вами будем кататься, веселиться и развлекаться. Итак, смотрите, какая большая территория. Можно здорово провести время с друзьями и родителями. И сейчас я вам покажу, как здесь классно. Поднимаемся скорее наверх. И сейчас вам покажу вид, который открывается сверху. Смотрите, сколько ребяток хочет кататься на горках. Я тоже с удовольствием хочу. Как красиво и высоко, он очень большой. Также здесь есть очень классные горки, которые выходят на улицу. Сейчас я к ним подойду и покажу вам. А сейчас вы видели, какая высота. Вот, смотрите, какие еще горки выходят на улицу. В них едешь, а потом заезжаешь обратно внизу в аквапарк. Вот так вот все катаются. Сейчас вам покажу, как качусь к первой горке. Йоху! Класс-то какой, ребята! Вот это было здорово! Горка мне очень понравилась. Там летишь с очень быстрой скоростью. Ох, класс, давайте сейчас погуляем и пройдемся по детскому островку пиратскому. Смотрите, здесь сколько всяких аттракционов водных. Такой классный пиратский корабль, из него везде течет вода, можно открывать краны, и тебя поливает теплая водичка. Также вверху много всяких ведерок с водой, очень весело по нему гулять. Смотрите, как все резвятся и веселятся. Очень весело в нем находиться. Вот, смотрите, я иду, и меня поливает со всех сторон водичка и всяких ведерок, и со всех сторон. Так весело. Сейчас зайдем в корабль и посмотрим, что внутри. Так, поднимаемся по ступенечкам. Вау, тут классно. Смотрите, здесь мои новые друзья меня поливают водой. Мы вместе с ними классно порезвились. А сейчас я выйду на улицу и еще раз вам покажу эти классные огромные горки, потому что так непонятно, что они большие. Ну, я вам показал, какие они действительно высоченные. Сейчас я поеду вот в такой черной горке, в ней по-настоящему темно и летишь с огромной скоростью. Поехали, друзья! Как вы видите, прям темнотища-темнотечная. Очень классно мне лететь, потому что ничего не видно. И вот такие вот волны, когда приезжаешь, так все классно. И снизу вот так вот выезжаешь. А сейчас я буду кататься на соседней горке, желтой. В ней уже видно что-то, она просвечивается. Но в ней едешь по-другому. И сейчас вам покажу, как. Вот так вот прям вылетаем на огромной скорости и несемся. Тоже очень классная быстрая горка, высокая, и очень долго в ней едешь, получаешь настоящее удовольствие. Ура, мы прикатились! Это было классно, здорово и круто. А сейчас я вам покажу с другой стороны еще. Смотрите, какая высокая лестница. И здесь также предоставлены две горки. Вот мальчик поехал. Смотрите, как подлетел высоко, когда упал в бассейн. Класс. Сейчас поднимемся на самый верх и посмотрим, что же там за супер крутая горка. Вау! Смотрите, вот это класс. Сейчас я тоже прокачусь. Раз, два, три, погнали! Уху! Вот это экстрим! Классно! Мне очень понравилась эта горка. И еще ребята прокатились другие. Класс! Очень классная горка. Если будете, обязательно прокатитесь.
А сейчас мы вместе с вами пойдем поплаваем в бассейнах. Смотрите, какая классная водяная штуковина. Как грибок, дождик. Очень весело под ней бегать. И вот эти струи очень классно. Они прям под напором, как бронзбойт пожарный. Поливают всех. Очень классный массаж. А еще можно нырнуть в эти бассейны и поплавать под водой. Что сейчас я и сделаю. Смотрите, все прыгают, веселятся, а я плыву. И смотрите навстречу, какой мне пловец плывет. Смотрите, какой веселый мой новый друг. Итак, плывем по бассейну и сейчас по нему также проплывем. Смотрите, какой он большой, в нем есть волны. Очень здорово в нем плавать, всем нравится, кто находится в аквапарке. Мне также он понравился. Так, а настало время прокатиться нам тоже с этой горки. Веселый, вон, смотрите, как здорово парнишка скатился. Очень весело. Давайте тоже скатимся. И думаю, нам также понравится. Горка, хотя и не особо высокая, но действительно очень быстрая и классно внизу подлетает прям в бассейн. Смотрите, как катаются все. От них летит столько много брызг. Вау! А теперь настало время прокатиться на самой высоченной горке этого аквапарка. Она на третьем этаже находится. Идет вниз такая труба. И сзади, внизу так, находится такой круг. Ну не знаю, все ребята их называют унитаз. Давайте так же будем его называть. Ну вообще-то какой-то круг, не знаю, водоворот. Но все называют его унитаз. Давайте же скорее прокатимся и на нем. Вау, вот эта скорость, ребята. Класс-то какой. Мне очень она понравилась. Если вы не подписались на канал, обязательно подписывайтесь. Please me subscribe to my channel YouTube. Также зовите друзей, будет вместе веселее. Всем пока! До новых встреч, друзья мои, любимые подписчики. И также не забываем нажать палец вверх.